Господи, гневом меня не карай, не наказывай яростью. Стрелы Твои пронзили меня, рука Твоя придавила меня, от ярости Твое место живого на мне не сыскать. Из-за греха моего кости мои болят, потому что мои беззакония покрыли меня с головой невыносимым гнетом, что сдавил меня под собой. Гноятся, смердят мои раны, моя глупость тому виной. Я поник, согнулся крючком, целый день понурый брожу, жжет в пояснице боль, все тело объял недуг. Я подавлен, лишился сил, рыком воет сердце мое. Господь, Ты знаешь, чего я хочу, не скрыт от Тебя мой стон. Сердце смятение, нет больше сил, свет моих глаз потускнел. Друзья мои завсегдатые в болезни моей меня бросили, далекими близкие стали мне. Плетут свою западню, ищут душу убить мою, затевают на меня злое, говорят обо мне дурное, помышляют весь день клевету. А я, словно глух, не слышу, как немой, не открою рта. Я стал человеком без слуха, без жалобы на устах. Господь, на Тебя уповаю, Бог мой, Господь, отзовись. Молю, да не будут глумиться, да не будут они веселиться тому, что приткнулся мой шаг. Я же на грани погибели, не отступает боль, беззаконие свое исповедую, о грехе сокрушаюсь своем. А враги живут мои, крепнут, и все больше становятся тех, кто враждует со мной без причины, кто мне платит за доброе злом, ненавидит меня потому лишь, что я следую за добром. Господи, не оставляй меня, Боже мой, не покидай меня, скорей поспеши мне на помощь, Владыка, спасение мое. Я все время вспоминаю свой первый день, когда мы вообще пришли с матушкой, чтобы посмотреть храм. Это был 92-й год. Меня вызвали в епархию, сказали, что меня переводят в храм в селе Остров. Ну и мы отправились, узнали адрес и отправились посмотреть, что же это за храм в селе Остров. Был совершенно замечательный, теплый апрельский день. Это было 15 апреля, накануне Страстной. Вот. И, ну, конечно... Я шел, я, во-первых, был очень рад, что храм за городом. Я как-то мечтал, чтобы был храм не в городе, а где-то на природе. Вот. Но единственное, чего я боялся, что там не окажется совершенно людей. Я не знал, будут прихожане, не будут прихожане. И вот когда мы подошли к этому храму, здесь не было, конечно, ни заборов, ни домов. Собственно, храм стоял без окон, без дверей, без крыши. Вот. Но было десяток бабушек. И они готовили храм Пасхи. Они убирались, вынесли ковры, как это было все весело, шутками. Вот. И я понял, что нет, один я здесь не останусь. Какой-то небольшой приход у меня все-таки здесь будет. Вот. Ну и вот это были такие мои самые радостные, самые такие какие-то теплые воспоминания о первой встрече с этим храмом, с прихожанами. Я решил... Буду строг на своих путях, не согрешу к языком, положу узду себе на уста, пока нечестивый со мной. Онемел я, молчу, и о добром не звука, на меня изнутри гложет мука, во мне сердце жаром горит, в мыслях пламя огня. И тогда мой язык сам сказал за меня: Господь, открой мне кончину мою, сколько осталось мне дней, дай мне знать, когда отойду. Ты отмерил мне пядями дни, весь мой век, как ничто для тебя, человек, только пар изо рта. Человек в потемках бредет, сотрясает воздух, орет, собирает, не знает кому. Да, Владыка. Чего же я жду? На тебя лишь надежду свою возложу. От грехов всех моих спаси меня. Постыдным глупцом не яви меня. Умолкаю.
не раскрываю рта, все, что не есть от Тебя. Кару свою от меня отврати, под нещадным ударом Твоей руки погибаю. Преследуешь Ты наказанием людей за грехи, словно моль, точишь то, чем им люб этот век, только пар изо рта человека. Господь, к мольбе моей склони свой слух, воплем кричу я, вонни, к слезам моим не будь глух, ведь лишь странник я от тебя, как все предки мои, пришлец, отвратив свой взор от меня, дай спокойно вздохнуть наконец, прежде чем я уйду, и не станет меня. Словно лань, что стремится в долину к воде, душа моя, Боже, стремится к Тебе, Бога жаждет душа моя, Бога живого. Когда же приду и увижу зрак Божий, слезы мои днем и ночью мне хлеб, целый день мне твердят, Бог Твой где? Но душа моя тает во мне, лишь припомню, как шел я в толпе, как вошел я в дом Божий с поющей толпой, с криком радости и хвалой. Почему же поникла душа? Почему же ты плачешь во мне? Понадейся на Бога, я буду еще Его славить. Он Бог и спасение мое. Душа моя, Боже, поникла, потому что я вспомнил Тебя в земле Иорданской, на кряжах Хермонских, с вершины горы Мицар. Бездна взывает к бездне, струи грохочут Твои, все Твои волны и валы надо мною прошли. Днем мне Господь явит милость, песни Ему ночью сложу, Богу жизни моей, мольбу скале моей, Богу скажу. Почему позабыл Ты меня? Почему я под гнетом врага? Почему я угрюмый хожу? Словно кости ломают мне, когда дразнят меня враги, целый день отвердят, Бог Твой где? Почему же поникла душа? Почему же ты плачешь во мне? Понадейся на Бога, я буду еще Его славить. Он Бог и спасение мое. Рассуди меня, Боже, мой спор разреши, от жестоких, от лживых, от подлых спаси. Боже мой, ты опора моя, почему ты покинул меня, почему я под гнетом врага, почему я угрюмый хожу. Свет твой и правду пошли, пусть направляют меня, приведут меня в гору святую твою, туда, где скиния твоя. И когда я достигну жертвенник Божий, под кефару хвалу я тебе вознесу, Богу радости и веселья, Богу, Господу моему. Почему же поникла душа? Почему же ты плачешь во мне? Понадейся на Бога, я буду еще Его славить. Он Бог и спасение мое. Мне кажется, что только на сельском приходе, вообще говоря, можно заниматься наукой, хотя это очень громко сказано, потому что, вообще говоря, нагрузка священника такова, что она не оставляет, конечно, времени ни для чего другого. И когда говорят, что священник ученый, я понимаю, что здесь есть некая доля условности, потому что либо ученый, либо священник, и то, и другое требует полного погружения. О, как прекрасно, как сладостно братьям собраться всем миром. Это как драгоценная мира, что с головы стекает по бороде, бороде Аарона, и течет до края подол. Это словно роса Хермона, что сходит на горы Синкона. Ибо ему заповедал Господь благословение свое и жизнь до скончания мира.